Всем доброго времени суток. Хочу поделиться с вами своими сегодняшними покупками из светофора. Общая сумма получилась 2100. Вот это вот все, что я купила, нужное, ненужное и даже очень нужное. И сейчас все покажу и расскажу. Купила 5 голеней индийки. Вытянули они у меня здесь так. На 525 рублей получился вес 2800, а за килограмм цена 187 рублей. Ну, ножки все такие довольно-таки хорошенькие, ладненькие, гладенькие. В принципе, нормально. Набор покупочек у меня сегодня не очень-то большой. То есть, можно сказать, маленький. Ну, вот овощерезку давно хотела эту купить, попробовать. Цена ее 320 рублей. Как она работает, потом сниму отдельно, то есть, потому что нужно же какие-то продукты подготовить, чтобы вам показать, как она работает. Но вот такая у нас на рынке в Челябинске в районе 1000 стоит. То есть экономия получается очень даже приличная. Также еще мистер Пропер для мытья пола, всегда полезная штука. Сколько он стоит? Так, 69,90. Еще набор контейнеров, 1 900 миллилитров и 2 по пол литра, цена 68 рублей. И еще все-таки купила вот эту вот гирляндочку елочки за 309 рублей с копейками. Металлические елочки, сейчас чуть попозже я ее включу и вам покажу, как она смотрится. Также купила 2 сырика. Кусочки крупные. Один по 325 рублей за килограмм. Вышел на 130 рублей. И второй, где тут вес? Второй по 377 и вытянул на 183 рубля. Вот один пожелтее, другой цвет желтенький тоже, но более нежный. И еще взяла колбасный сыр плавленый. Вроде бы сказали ничего, но я его, честно говоря, не пробовала. И стоит он 400 грамм, вот эта вот штучка, 91,90. Ну, в общем, 92 рубля. И взяла еще килограмм чернослива, 200 рублей. Ну, вот чернослив выглядит очень даже приятно. Такой чистенький, не пересушенный. То есть пока вот на ощупь очень даже хороший. Ну, сейчас покажу, как светится гирлянда. А, вот тут вот забыла, показывает мне, что забыла про мясцо-то, решила зажать бекончик. Бекон здоровой фермы, довольно-таки мясной. В принципе, его брали, бекон как бекон. И бекон получился на 100 рублей, ровно на 100 рублей. 100 рублей 23 копейки. Ну вот пока все, и сейчас покажу, как работает гирлянда. Гирлянда работает от 2 батареек. Батарейки в комплекте не идут, их нужно будет купить дополнительно. Свет вот такой вот желтенький, приятный. И сейчас покажу, как в темноте это все светится. Ну и вот как это выглядит в темноте. Свет довольно-таки приятный. Ну, в общем, гирлянда вроде бы выглядит прилично и светит хорошо. Конечно, можно было бы ставить каждую елочку по 2 лампочки, но тут только по одной. Ну а всем желаю приятных покупок и надеюсь до новых встреч на нашем канале.